Брайан, о чем ты вообще говоришь? Да нет их там, блин. Я наверху уже смотрю. Там как... Ты... Блин, кажется... Ты... Я... Так, я... Oh.
Мамочка моя, что ж тут произошло-то? Подушечка в форме сердца. Я люблю подкладывать ее себе под попку. Наверняка еще пригодится. Бедные девочки. Надеюсь, с ними ничего не случилось. Хотя крови вроде не видно. О, там же ключ от сторожки Фреда. Прихвачу-ка я это с собой. Надо взять. Полный журнал картинок с грудастыми девками. Для Брайана самое то. Надо взять. Эй, а это что? Спичечный коробок. Интересно, зачем он девочкам? Прихвачу-ка я его. Покажу Брайану. Вдруг он что скажет? Вишневый бюстгальтер. Подарок тройняшек. Жаль, не мой размер. Возьму-ка я ее с собой. Мало ли. Камера. Может, записалось что-нибудь? Лула, ну как оно? Разуй глаза, Брайан. Там все перевернуто. Какая только... Из-за гра... Ладно. Погоди, вдруг что? Как у нас дела? Из графика не выбились?
из графика. Когда ты их в последний раз видел? Да вот, вроде бы, когда начался обеденный перерыв. Потом я сидел, писал планы на завтра, слышал, как они поднимались наверх. А ты ничего необычного не заметил? Ненормального? Да, не... Как... Ну... Так, куда могли деться тройняшки? Есть у нас кому позвонить? Попробуй свяжись с их агентом. То есть? Он ру... Ничего. Ну что? Это... Но он... Я знаешь... Замеч... Красиво, блин. В принципе, можно начинать снимать. Черт! И тут кто-то побывал. Какой бардак, мамочки! А Фред? Фред! Ой, Фреду-то досталось. Хотя вроде не опасно. Ну, шишка будет, да голова поболит немножко. Он без сознания. Ух ты! Сигаретный окурок. Ну-ка посмотрим, что тут. Видеокабель. Это от видеомагнитофона. Наверняка еще пригодится. Ну-ка посмотрим, что тут. Thank you.
пачка вонючих папирос без фильтра. Наверняка еще пригодится. Ух ты! Сигаретный окурок. Нет. Не работает. Видеокабель пропал. Нет. Ага, теперь все в порядке. И где-то тут еще должны лежать записи с камер видеонаблюдения. Надо их обязательно посмотреть. Надеюсь, ту нашу оргию в бассейне никто не записал. Черный микроавтобус. Стоп, там номер был. Кажется, Сан-Франциский. Ой, мамочка, этого не может быть. Кто эти парни? Невероятно. Надо сказать Брайану. Заперто. Лула, ну как оно? Брайан, я только что была у Фреда.
Там полный разгром, и кассеты почти все пропали. Но я нашла записи камер у ворот и из комнаты девочек. Тройняшек похитили двое каких-то парней на черном микроавтобусе. Судя по номерам, из Сан-Франциско. Из Сан-Франциско? Ну, отсюда и будем плясать. Кстати, а Шпандау не в Сан-Франциско живет? Точно, там. У него мансарда где-то в квартале красных фонарей. И кому звонить? Номера-то нет. Моя новенькая визитная карточка. Надо взять. И кому звонить? Номера-то нет. Привет, Брайан. Привет, детка. Телефончик. Новенький. В нем и номера можно записывать. Очень удобно. Взять? Нет. Вообще-то я представляла себе мобильный телефон как-то по-другому. И кому звонить? Номера-то нет.